Я горячо приветствую всех зрителей канала Реген, у микрофона и перед камерой по-прежнему Сергей. Мы продолжаем прохождение игры Steel Rising. Мы с вами переместились на новую локацию, в Тюильри, потому что мы свои дела в предыдущем месте закончили и можем двигаться дальше, насколько я понимаю. Давайте ознакомимся с нашим дневником. Да, второстепенное задание у нас все то же. Мы, встревоженные посланием, которое нашли в карете месье де Вокансона, отправляемся в Тюильри. Мы уже здесь, чтобы найти его автора, графа де Мирабо. Эгида должна расспросить месье де Мирабо. Его личный особняк находится в квартале Сент-Эстаж, недалеко от Тюильри. Трудно произносимое какое слово, оказывается. Так, речь мы читали, с этим все понятно, карта бесполезна. Лечилок у нас с вами очень-очень мало. И купить их почему-то не получается. Может быть, в висталках они появятся. В карете было много в продаже. Скупил я, разумеется, не все. Но когда мы к ней вернулись, ничего не оказалось. Не знаю. Игра решила над нами, судя по всему, поиздеваться. Так, крюк, чтобы зацепиться. Продолжаем свое шествие. Не знаю, будет ли на этой локации какие-то гранитные булыжники. Будут ли здесь новые враги? Я думаю, что да. Возможно, они действительно будут отличаться от тех, что мы видели до. Но куда деваться? Нам нужно двигаться дальше. Нельзя подвести ее величество. По-прежнему мрачные вокруг пейзажи, когда мы бегали по королевскому саду, было как-то, ну... Хотя бы немножечко повеселей. Так, ну вот, кузнец тот же, таких мы видели, соперников. Вот там персонаж с щитом, это кто-то новый. Тут наверху в парке я тоже видел, что кто-то ходит, но... Ага. По-моему, знакомые все лица. И не самые приятные. Но сначала мы с вами осмотримся, что у нас тут внизу. Тоже кто-то ходит. Однорукий. Ты здесь один такой? Красивый. Или нет? Вроде бы как да. Главное не упасть в реку опять и не погибнуть. Это неприятно. Странно, почему-то здесь игра как-то... лагает. Вот, как говорится, самосбывающееся проклятие, просто можно сказать. Главное, души не забыть забрать. Мы ничего с вами не потеряли, это хорошо. Не стреляли, не лечились. Поэтому все равно, что загрузились с того же места. Тихо. Вот у них новая, короче, тема пошла. Бросаться этими. Ага. А у тебя 3 удара? Ах ты мерзавец. Ну давай. Оп. 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 Так зачем ты подставляешься-то, Эгида? Короче, что-то как-то начали мы... Неправильно. Взяла, подставилась зачем-то. Пузырек с обычным маслом. Хорошо. Запрыгнули в лодку. Забрали эссенцию отважной души. Все просто ведь. Почему-то игра здесь подлагивает. Не могу понять, в чем дело. Так, кто-то ведь выстрелил. Да, это однозначно. Давайте, вот этот вот. Наш уже привычный огненный муравей. Но вроде бы никого. Что у нас лежит в этом сундуке? Модуль сопротивления молнии, изоляционный эликсир и пузырек с жидкостью сопротивления молнии. Видите, как здесь все отыгрывается? Мы только что с вами сражались с врагом, который именно молниями шарашит. И у него за спиной хранится то, с чем ему можно противостоять. Кстати, что у нас вообще в инвентаре? Может быть, что-то нам надо экипировать? Вот, например... Разрывная граната вместо вот этой.
игра. Я же попросил. Вот сюда. Не с первого раза почему-то срабатывает. Ледяная граната. Целых 8 штук. Это вместо компаса тогда. А, жетон разбора. Кстати, зачем он? А, ну, это то, благодаря чему мы вообще выживаем. И возрождаемся. Сюжетная штука, ее не может у нас не быть. А можно с тобой через забор повоевать? Нет. Наверное, не выйдет. Я не думаю, что этот огненный молот может стать полностью заменой цепу. Конечно же, нет. Но, тем не менее, штука, я думаю, неплохая. Предлагаю взять сейчас в руки фальшион и саблю, а сюда щит, мушкет, Шарлевиль. Не спрашивайте, что произошло, я вообще не понял. Вот они обычно игнорируют тебя. А тут вдруг это чучело решило за мной побегать. Так, Егида опять сломалась. Смотрите, что он делает. И пока она, да, по башке не получит. Да это же вроде изичевый враг-то. Что происходит у нас сегодня в самом начале серии? Я ничего не понимаю. Вот это уже плохо. Зря, получается, потратили то, что мы потратили. Оп, классно. Чтобы что-то поднять, нужно расшибиться. Это река дурацкая, она меня бесит. Вот этот прием я очень ценю в сабле. Этим она хороша. Так, тихо, все, успокойся. Ты бы до этого так себя хорошо показывала, дорогая моя. Где наши души, кстати? Фантастика какая-то. Сумбурное какое-то начало. Я думал, там копейщик ходит, а это такой же одноручка, только они здесь какие-то слишком активные. Что поделать? Всегда, когда начало серии тяжелое, потом бывает интересно. Заморозили. И наше особое блюдо. Ой, хорошо. Сад Тюльри. Я сейчас вернусь еще раз к тем воротам, но я думаю, мы их не откроем. Да, здесь никаких засовов нет. Не знаю, предлагает ли нам игра, допустим, прыгнуть вот сюда, потом туда и на ту локацию. Что-то у меня нет пока желания пробовать. Если честно. Ладно, давайте отложим это на потом. В любом случае, если мы вот здесь в саду все зачистим, и нам некуда будет дальше двигаться, кроме как в ту сторону, то нам придется совершать этот прыжок веры. Ага. Снова ходят персонажи с кадильницами. Ладно, оставлю пока в руках наш мушкет. Пузырек с жидкостью сопротивления молнии. Фонтаны работают. Не успела еще инфраструктура погибнуть. Вот-вот только все случилось, вот-вот только все произошло, и мы прямо по горячему. Ага. Конечно. Они тут все, короче, какие-то заряженные, дорогие друзья.
Ну, последний удар. И, естественно, он именно в этот момент он оттаял, а мы... А мы перегрелись. Это ты чем таким... Это ты чем таким нас шарахнул? Так, изоляционный эликсир употребить. Масленку употребить. Что-то похожее, как будто бы у нас было, нет? Или в продаже можно было? Когти немезиды это может быть, кстати. Мы их продали. Заряженные только на атаку электричеством. Нифига себе. Стало опасно. Прямо вдвойне. Ох, ну вот этих ребят мы, конечно, тоже с вами очень ценим. У нас есть ледяные гранаты, предлагаю воспользоваться ими. Я уже хотел сказать, что неужели на тебя не действует? Там кто еще нарисовался? Ребята... А можно не надо? А можно не надо? Можно не все сразу? А чё вы вдруг стали за мной ходить? Это с какой такой радости это вдруг? Стой, 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 стой. Тихо, 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 тихо. Это чуть не стало роковой ошибкой. Давайте кто-нибудь один, пожалуйста. Да, конечно. Все, идите нафиг тогда отсюда. Идите тогда нафиг. Чтоб я вас не видел. Вернитесь на свое место, там потом... Да вы чё, а? Я вас двоих не... Все, проваливайте. Это там бомбами закидался. Ну, короче, дегенераты. Все. Бегом. Проваливайте. Вроде ты там пытаешься с одним отношения выяснить. Так, ну почему ты не отпрыгиваешь? После удара стоит вот такая вот поникшая и ни хрена не делает. Отвалите, пожалуйста, оба от меня. До свидания. Встаньте там на свое место и не начинайте вот эту всю ерунду раньше времени. Хотел, конечно, гранаты типа на боссов поберечь. Тогда цеп. Так, все, эти чиполлино вроде бы там разошлись по своим местам. Мы можем продолжать? Давай сюда. Один только. Без своего дружка. Бей. Вот так вот. Отпрыгиваем. Давай. Опа. Еще раз. Ну не хочешь, как хочешь. Это так на тонком все время вот происходит. Все эти увороты. Последний вагон просто успеваешь запрыгнуть. Ты иногда ничего не можешь сделать, то есть идет скрипт. В этот момент ты не можешь особо в действия персонажа вмешаться. Отходим. Два. Нет, один удар. Только. Раз. Два. Три. И мы перегрелись. Классно. Просто из-за того, что ты делаешь выпады назад, уклонение, это сжирает очень много энергии, прямо дофига, и ты перегреваешься. Ну, как говорится, c'est la vie. Блин! Вы чё пугаете-то так?
Ну эти еще ладно. Два. И... Ты типа не такой активный, да? Ручка-то сломалась. Опа. Перегрев прям очень сильно накладывает отпечаток на игру. В плане сложности. Я не знаю, вот в этих настройках, которые типа призваны облегчать игру, там как-то с охлаждением вообще что-то связано. Напомню, мы играем на максимальной сложности. А, какой-то модуль нам с вами выдали. Модуль сопротивления алхимических щитов. Всем типам стихийной алхимии. Огню, льду и молнии. То есть, либо ты выбираешь по отдельности, да, допустим, молнии, огню. Или... Что там, молния, огонь или лед. То тут всего понемножку. И он первого уровня. В принципе, мы можем сейчас его прикрутить. Модуль алхимических щитов. Только вместо чего? Броня нужна. Долговечность нужна. Катализатор льда. Полезная так-то штука. Нестабильная эссенция. Восстановить капсулу после выстрела или атаки стихией. Дает возможность. А может и не дает. Давайте прикрутим модуль алхимических щитов. Потому что мне пока не удалось отследить эффективность работы восстановления этих алхимических банок. Мне кажется, если это незаметно глазу, значит какая-то фигня. Ну давай, электрическая дрянь. Ага. Только давай вот... Ау! Мы успели? Тихо! Тихо! Не нарываться. А, ну он недалеко, в принципе, бьет. Но бьет. Вот сейчас может. Ага. Эти твари стали неприятней. Теперь. Ага. Эти твари стали неприятней. Мало того, что пугают, так они еще и более грозные противники теперь. Молниевая граната. До этого с ними было, откровенно говоря, довольно просто. Мы уже научились с ними справляться. Они одни из самых безобидных. А теперь вот... С когтя... Душный ублюдок. С когтями немезиды или чем таким они стреляют, это, конечно... Ага. Меняем оружие. Удар. Дяденька. Тихо. Дяденька, не надо. А что он хотел сделать? Они же не взрывают. Или теперь эти тоже взрывают? Сколько проблем на нашу тощую механическую задницу? Это же просто вообще фантастика какая-то. Может, хватит? А? Тут можно запутаться. Красивый парк. Античные скульптуры. Здорово. Какие-то секреты? Что-то где-то открывается, да? Так. Мы же можем туда пройти. 100%. Вот эти ворота. Вот эта душа. А, это молниевая граната. Гранаты дают. Хорошо. Слушайте, надо их экономить. Надо их... Какой-то кровавый след. Надо их сохранять.
на случай боссов. Только иногда боссы бывают такие, что в них и гранату шиш кинешь. Слишком подвижные. Нет расстояния, нет паузы никакой. А чтобы замахнуться и кинуть гранату, нужно время. Но здесь кто-то точно должен быть. Вот за каретой. Да? Опа. Лошади. Нам не придется драться с механической лошадью. Мы сейчас вернемся назад. Сейчас вот только тут откроем. А, нет, не откроем. Не откроем. Нам, наверное, сюда, но какой-то проход еще вроде бы был где-то слева. Классный парк. Я бы в таком погулял, конечно. Здорово. Эстетика. Да ведь? Есть какой-то проход или нет? Или нет никакого прохода, мне показалось. Не, наверное, мы закончили тут. Ну ладно. Нашим легче. Целых 4 пузырька у нас с маслом. Маленьких. Обалдеть. Когда-то у нас их было 15. Их можно было купить, вы представляете? Были пузырьки с маслом. В свободной продаже. Почему-то сегодня игра лагает. Не могу понять, в чем дело. Вот предыдущую серию мы с вами сняли. Вы посмотрели ее уже, наверное. Я записываю эту серию подряд. Следом. То есть я не перезагружал комп, я не перезаходил в игру. Я не перезагружал ABS. Все как и было. Поэтому, судя по всему, дело именно в локации. Две алхимических капсулы. Но это, блин, такая мелочевка. Ну, лечилочки. Дайте, пожалуйста, лечилочки, потому что если скоро будет босс, а я думаю, он будет, мы опять будем страдать с вами. Как с епископом. Мы, конечно, собрали с вами волю в кулак. Прошли его. Стиснули зубы. Вообще у нас не было ничего. Вот это, кто-то придремал? Да, только человек, судя по всему, немножечко приумер. Но это было сложно, это... сожрало моего терпения. А если? Чё, пёс? Как тебе такое? Все, выдохните там. Сюда идет. А второй? Второй не идет. Ну это ладно, давай. Давай вот эти свои. Тихо, 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 Игида. Ну, оп. Еще раз. Оп. Еще раз. Да елки-палки. Ну как-то на ступеньках, но не с руки. Давай это по-человечески. Опа. 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 Хватит бить свои баклуши. Их. О, хорошо по голове-то мы ему долбанули. А, вот тут не попали. Тихо, перегрев, опасно.
Не надо сжигать наш восхитительный, красивый Редингот. Так ну что ты как этот первый раз замужем, блин? Или бей, или беги. Осторожненько. Так, ты чё ты какой душный-то? Осталось-то совсем, ну... Все, до свидания. Музгулькин этот, нос. Этот там приспал? Не, нифига, он там все еще волнуется, что-то стреляет. Дружище! Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Подставился. Ну придется лечиться, а что делать? Оп! Тише. Куда ты сбежал-то? Ох ты! Все. Три алхимических капсулы. Это хотя бы что-то. Так, кто у нас здесь? Давай, выходи. Вроде никого. Пузырек с жидкостью сопротивления льду. Ну, тут этими пузырьками можно улиться. Конечно. Но срок действия-то у них ограничен. Вот тут прям все в крови. Только я хотел сказать, если нас никто не спалит, то мы это разберемся. Да, и тут приходит вот этот вот дуболом. Ну и что ты? Да-да-да, давай беги. Я думал, сейчас, если нас никто не спалит, мы к этой гусенице подберемся, подкрадемся и надаем ей как следует, пока она дремлет. Да, вспомнишь. Как говорится, тут и оно. С этим мы разобрались. Да какого хрена? Я же уворачивался. Отходим. Да у нас прям перестрелка с тобой. Counter-Strike, ёлки-палки. Пузырек с обычным маслом. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо. Хотя бы что-то. Рано. Это он что, типа проснулся? А, нет, я ж к нему ближе должен подойти. Не поймешь, где у него перед, где зад. Ясно. Уже и не надо понимать. Ну давай. Вот тут. Короче, удар когтями. Для нас, в принципе, неприятен. Нас уже штырит хоть как. Отходим. Ну давай. Выполни какую-нибудь атаку. Вот он в этот момент зависает, но я перегрелся. Так. Какого черта он вообще по мне попал? Ага. Ага. К сожалению, здесь нет никаких бэкстепов, то есть зайти сопернику за спину и
решить вопрос в пару ударов не получится. Это вам не Dark Souls, по-моему. Ключ от модуля. 3 штуки у нас есть. Надо еще 2, по-моему. Так, тут мы дальше не идем. Значит, нормальные герои идут в обход. Мало лечилок, блин. Я, конечно, понимаю, что, наверное, есть гении игры, которые проходят ее без... без лечилок вообще. Сопротивление молнии, опять-таки. Кто у нас здесь? Ну вот вы знаете, есть люди, которые... кажется иногда, что они рождены играть. Вот у них прямо... все так проходит... четко и выверено. Но таких единиц, конечно. Большинство из нас просто нарабатывает практику. Ну, судя по всему, сады мы прошли. Вот висталочка. Где-то на холме поблизости, она говорит. In the area, где-то здесь, в округе. Ой... что это за чучело? Ну, цепом, наверное, бесполезно, да? Возьмем мушкет. Возьмем мушкет и возьмем, наверное, вот этот залповый молот. Тяжелое оружие. Ты здесь один? Да, там ходит у нас... кузнец. Что ты из себя представляешь? Так, ты быстрый. Ух ты, блин. Ага. А в смысле? Рано я расслабился. Бам. 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 И отходим. Так зачем ты так близко к нему подходишь-то? Короче, за щитом он... я не понимаю, я отпрыгиваю. За щитом я не у... он неуязвим. Твою мать, иди, да ты сейчас подохнешь. Не знаю, с ним, короче, наверное, лучше цепом разбираться, иначе очень много алхимических капсул уходит. Он прячется за щитом, становится неуязвим. Время идет, эффект снижается. Поэтому тут надо или быстро, опять же, имея большой запас. Гранат дают навалом, судя по всему... игра нам подсказывает, что, мол, сложность сейчас будет такая, дорогой мой друг, что тебе все это понадобится. Прошу прощения, взглянул, сколько у нас с вами идет запись. Давайте посмотрим. Да я ничего не делаю. Что у вас случилось? I have no intention of harming you. The royal automats are my only enemies. Par tous les saints! You were sent by heaven above. Вы дар святых, она сказала. Have you watched these machines? Yes, I had a front row seat. A swarm of ferocious beasts who cleared the way for a creature I have a nightmare. It was the Grim Reaper, madame. Угу. Death.
Nothing and no one was spared. I was spellbound and horrified. А там, наверное, босс, да, ходит? Не дайте ей прыгнуть в вашу сторону. Those who suffered its lightning attack did not survive. None of them, without exception. Come now, if you claim to want to destroy these automats, it's time to get going. You must stop them from advancing. Да. Сейчас, в одного. Ну, босс, наверное. Не подходите к ним. Тихо. Так. Так, это не босс. Чё ко мне пристал-то? Так, ну, наверное, цеп, слушайте. Фальшон и сабля, а сюда огненный цеп. Как-то так. И гранаты. Хватит. Ну давай атакуй. Ну атакуй. Трус. Атакуй. А? Ух ты какой. Северная лень. Ну. Ага. Давай. А про этих нам расскажет игра, нет? Кто это такие? Ух ты, из защиты бьет. Опа, 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 тихо. Ага. Блин, засранец. О, хорошо прилетело ему. Здорово. Алхимическая капсула, пузырек с обычным маслом. Полезно. Фу, ну в принципе, когда он один и есть... Интересно. И есть площадь, чтобы на ней перемещаться, то... В принципе, терпимо. Выше мы не можем цепляться. Так, надо... Наша большая шляпа мешает. Надо осмотреться. Тут ходил, мы убили. Возможно, где-то за прилавками кто-нибудь припрятался. Блин, мы очень высоко. Огненная граната. Ага, ягуарчики. Тихо. Ну вот тот не встанет, тот мертвый. Там, вижу, ходит, там стоит. Так, ну эти поодиночке не ходят, это ясное дело. Блин. На самом деле я бы вернулся обратно. К висталке. Только тут что-то больно высоко падать. Что-то может смягчить мое падение? Тихо. О, это было опасно. Что здесь так везде высоко? Почему нельзя на крюке, допустим, спуститься обратно? Ну, в принципе, если сейчас спрыгну... Ау, не больно. Я в любом случае подлечусь. Но 4400, этого недостаточно, чтобы прокачаться. Но у нас есть души. Есть души. Нет, подождите. Не-не-не-не-не. Ну не так. Ну не так ведь. Ку. Подтвердить. Сколько у нас уже? 5900. Для уровня хватит. Может, все применим? В принципе, какая разница? Ну, убьют, подберем.
не убьют, и замечательно. Все, 10700. Два уровня не вкачаем. 100% нет. Что по лечилкам? Их нет в продаже? А что за баг-то, ребята? А как мне быть? Эссенция, эссенция, граната. Граната. Булыжники. Пузырьки. Какого хрена? Почему? Ничего нет. Купить же? Купить. Я не знаю, что-то сломалось или что. Это очень плохо, друзья мои. Улучшение оружия нам недоступно, потому что нет слитков. Масленку мы не прокачаем, потому что тоже чего-то ничего нет. А, вот можем улучшить ячейки другие. Просто мне интересно, это улучшает то оборудование, которое на нас стоит, или просто позволяет ставить модули более высокого уровня? Ладно, прокачаем. 5500. Ой, 5050. 5,50, это 10,100. В принципе, хватит на прокачку, кстати. Чего? А, хотя стоимость вырастет. Мощь, прочность, энергия. Кстати, энергия полезная штука, поэтому энергию я однозначно качаю. 5,700. Нам надо кого-то одного убить, чтобы прокачаться. Ну, учитывая, что соперники у нас здесь возродились. Поэтому сейчас мы из кого-нибудь душонку-то вытянем. Молниевая граната, в принципе, наносит ему неплохой урон. Бамс. Еще одну лови. Все, дальше мы с тобой сами разберемся. Ну? А? Опаньки, не прошло. Ага, откройся давай, Сим-Сим. По ногам тебе. И вот так. Да какого хрена? Ну классно вообще, зашибись игра, спасибо. Здорово вообще, ты игроку помогаешь. Спасибо. Вот такая вот помощь. Прыгаешь, он тебя сбивает. Ну, так, хорошо, энергия есть. Мощь или прочность, ребята? Здоровье или урон? Давайте прочность повысим. Вот так вот. Ага. Ой, кстати, да, зря гранаты-то тратил. Чем бы тебя таким отмудохать, а? Но, в принципе, можно и вот этим оружием, да. Бам! Классно, вот прикиньте. Он должен был вырубиться от этого. Короче, очень странная игра. Блоков как таковых у тебя нет. Парирований нет. Бэкстепов нет. Эффекты копятся полгода. Соперник может тебя атаковать с двух рук, ради бога вообще. Захотел, ударил тебя пикой. Захотел, ударил тебя щитом. Ему чё?
Он же семижильный. А мы... нет. Ага. Ну это мы поняли уже, что он за щитом-то спрятался. Да твою мать, забываю все время, что у него тут два удара. Короче, не страшные, но потные. Так, что у нас по времени? Сейчас сверим часы. Есть еще 15 минут. Фуф. Так, ну тут, собственно говоря, еще один был. Да. Давай. Пойдем, дорогой. Вот когда он за щитом закрывается после удара, вот так, его лучше не бить. Бесполезно, ничего не получится. Вот сейчас открылся. Оп-оп. Вот сейчас ему можно всыпать. Ага. Опа! Нет, это было ошибкой. Это было ошибкой. Получил. Тише. Хорошо. Ну и гида, ну елки, все пропарило. У тебя было все, чтобы его ударить. Угу. На такое я не куплюсь. Обидно стало. Ладно, 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 ладно. Не обижайся. Дружище. Тихо, так блин, вот почему она не отпрыгивает сразу же назад? Дурацкая анимация, она пока свое дело не сделает, ничего ты здесь не исправишь. Ну ударила, отскочила. Нет, вот пока она спину свою разомнет. Ты же машина, что за радикулит? Ну, последний удар. О! Неприятные ребята. Придется маслен купить, а что делать? Вроде бы все ничего, но... Так, ну это замануха. А, да, это двор, над которым мы были. Ха! В дом ты не зайдешь, не приглашали. Трое их. Блин, масленку использовал вместо охлаждения. А нужно одну кнопку. Классно. Плохо. Лучше бы граната выбрана была. Лучше бы была выбрана граната. Хреново. Ну тут точно кто-то где-то должен прятаться. Да ведь? Давай, вылазь. О, господи, я своей тени испугался. Эссенция отважной души. Потратил большую масленку зря. Это фиаско. Заблокировано. Ладно, бывает. Тут есть проход куда-то. И здесь есть проход куда-то. Не может быть, чтобы тут никто не прятался.
Наверху мы с вами, в принципе, побродили. А, забываю, кстати. Да, поломать бочки. Так, еще один душнило с щитом. Тут в основном они. Пузырек с обычным маслом. Две штуки. Обалдеть. Вау. Вот это щедрость. Вот это роскошь. Вроде бы больше ничего нигде не пропустил. В плане... Не пропустил. Пропустил. Оп. В плане мешочков и полезных мелочей. Огненная граната. Это очень хорошо. Это полезно. Любое оружие нам сейчас пригодится. Потому что будут боссы, будет много боли. Да, наверх мы с вами поднимались. Это уже можно проигнорировать пока. Почему-то иногда Эгида застревает на лестницах. Какая-то тут недоработка. Ах. Улица Сент-Оноре. Ну? Он горит? Он горит. Дружище. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну куда ты уходишь-то? Ты возвращайся хоть иногда. Еще горит. Еще даже горит. Опа. Оп. Оп-оп-оп. Один удар. Ой, хорошо. 200 с чем-то душ, да, за него дают? Так. Все ломаем. Все ломаем, потому что может быть что-то полезное. Разрывная граната. К чему нас игра готовит? Следующий босс, я думаю, будет просто непроходибельный. Ледяная, разрывная, огненная, молниевая. Не знаю, тратить что-то, не тратить или подраться пока с ним обычным способом. Вот так вот в любой бочке может оказаться что-то полезное. Если бы мы шли со стороны ягуаров, мы бы вот тут спустились, правильно? Давайте мы его попробуем на эту лестницу. Квартал Лувра, да. Давайте мы попробуем его на эту лестницу заманить. Хотя, нет, нет, опасно его сюда заманивать. Мы под прямым ударом у того дурачка. Осторожно. Ах, цепь коротковат. Тихо. Препятствие. Ну бей. Бей. А? Да, вот это прикол. Это с чего бы? Тихо. Не подходи ко мне так близко. Да твою-то мать. Ты чё ластами-то размахался? Ну, кружим, а какие у нас еще есть? Какой выбор? Тварь! Вот даже видно, что он промахнулся мимо меня. Но анимация сработала и отбила ему типа успешную атаку. Чушь собачья, не поверю. Ты читер сраный. Сраный читер. Пошел вон отсюда. Говнюк какой, а. Мы здесь таких не приветствуем. Этот там надрывается еще. Дурачок.
Опа! Меняем оружие. Ну, с ним, наверное, тогда тоже цепом. Ага. Ага. Ай, дурак. Вот когда они не вступают в ближний бой, нормально. Ну, не то, что нормально, это прям просто. Ты встанешь? Нет, нет, вроде бы мертвый. Я уже, у меня предрассудки насчет них. Полезного ничего. Мешков тут нигде не висит, вроде бы нет. Но надо осмотреть все внимательно. Вот тут всякие сундуки. Иногда это не зря. Оп! Эгида молодец, зацепилась. Что тут у нас полезного? Пузырек с жидкостью сопротивления льду. Ну, не сказать, что это прям очень что-то полезное для нас. Но никогда не знаешь, что может пригодиться. Так, ладно. Тут зачистили. Надо какой-то момент для завершения серии такой. Следующая висталка или где-то рядом с боссом встать. Ага, кто-то там ходит. Угу. Ну, в основном город охраняют дурачки со щитами. Ну, хорохориться, конечно, лишний раз не стоит насчет того, что они дурачки. Оп. Достается нам от них. Неплохо так. Я даже не понял, откуда. Ага. Это ясно. Это ясно. Ну, в таком случае нам, наверное, опять понадобится наш мушкет. Мы из него его будем угоманивать. Тут, значит, такая... ёлки-палки. Их двое. А куда нас хочет закинуть игра? Блин, чуть не попал. Мы с вами в сложном положении, друзья мои. Перекрестный огонь. Мы можем убраться вот сюда. Смена оружия. Так, едить твою мать. Чё за гэнг-бэнг-то тут? Вы чё, охренели что ли все? Вас здесь сколько? Упыри, блин. Да это кобзда, короче. Вообще вариантов нет. Мне бы сейчас цеп. Ублюдки. Так, бляха-муха. Зацепись за верх. Вот курица, а, иногда все-таки. Ага. Так, блин, Пиноккио, ты всраный. Да-да-да, двойной удар. Охотно, мать его, верю. Куда ты кидаешь? Короче, просрала весь момент. Зашибись, молодец. Ну это ГГ.
Давайте друг друга вы тут отпырите, а? Сойдет так? Дуралей какой-то, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Тварь. Они неутомимые, а почему-то я утомимый. Это вообще честно? Так, минус один есть. Вот с этими двумя конченными тоже что-то надо сделать. Тут якобы есть куда зацепиться. Оп. Эссенция благородной души. Осторожно. Круто. Теперь как мне отсюда спуститься, чтобы все ноги не поломать. Убейте друг друга, пожалуйста. Да, он останавливает мою... Он останавливает мою атаку. Вот просто посреди особой атаки, когда работает анимация, он может ее сбить. Это невозможно себе представить. Ладно, в общем, время у нас уже вышло. Замечательные враги. Поэтому на этом разочаровании мы с вами этот эпизод будем заканчивать. Продолжим уже в следующем. Потновато. Бились там так долго, по большому счету получается, что ни за что. Что ж, я вас благодарю в любом случае за просмотр этой серии. Надеюсь, я не сильно бомблю, и вы можете расслабиться и отвлечься хотя бы от повседневных забот на игру. В любом случае, хотя бы то, что на экране, оно не на самом деле бьет по нам. Желаю вам успехов в повседневных делах. С вами был Сергей, мы еще обязательно увидимся. Всем пока.